Первое путешествие самого крупного круизного лайнера «Гармония морей» обернулся скандалом. Пассажиры отказываются его покидать, и не потому, что понравилось. После того, как все билеты были распроданы и на борт корабля поднялись более 6 тысяч человек, не считая персонала, выяснилось, что судно попросту недостроено. Вместо музыки пассажиры наслаждались звуками дрели и молотков. Большинство помещений были закрыты, а безопасность круиза вызывала вопросы. Например, далеко не везде палубы были огорожены. Интернет наводнили снимки переполненных писсуаров, дыр в полу, недоделанных покрытий и отсутствующих плинтусов. А водная горка – идеальный шторм, проходящий через 10 палуб корабля, похоже, в идеальном штиле. Надпись на входе гласит «Закрыто для посещения». Одна из пассажирок написала, что 90% развлечений для детей недоступны. В руководстве управляющей компании в ответ на жалобы сообщили, что тысячи пассажиров уже наслаждаются отдыхом, и осталось лишь несколько последних штрихов.